Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про русскую цветную баллонку. Преданность, добрый характер и очаровательная внешность – все это о русской цветной баллонке. Порода была выведена в России в середине 20 века. Русские цветные баллонки – редкий образец декоративных собак, выведенных в нашей стране. В основном русские заводчики занимаются разведением служебных пород. Основная особенность – это здоровье, хороший характер, уравновешенные, ласковые, очень преданные собаки, неприхотливые, долгожители, легки в уходе. Русская цветная баллонка имеет компактное тело маленьких размеров. Рост в холке у этих собак редко превышает 26 сантиметров, а вес в большинстве случаев колеблется от 3 до 4 килограммов. Шерсть у этих собак длинная, шелковистая и густая. Стандартом породы признаны все окрасы, кроме белого и пятнистого. Русские цветные баллонки – спокойные, неагрессивные животные. Они дружелюбные и общительные. Представители породы отлично подходят для семей с детьми. Они любят играть. Русские цветные баллонки хорошо уживаются с другими питомцами. Эти собаки очень добрые. Русские цветные баллонки очень сильно привязываются к своему хозяину. Эти собаки скучают, если долго не видят своего владельца. Уход за русской цветной баллонкой несложен. Необходимо регулярно расчесывать шерсть питомца, периодически чистить глаза, уши и зубы собаки, вовремя состригать когти. Также важно следить за тем, чтобы питание было сбалансированным. Русские цветные баллонки склонны к перееданию. Представители породы отлично подходят для содержания в квартире. Это комнатные собаки. Расчесывать, в принципе, не часто можно расчесывать, потому что у нас не переразвитый подшерсток. Мыть тоже, может быть, достаточно редко, по мере загрязнения. Раз в месяц, наверное, достаточно. Более чем достаточно. Они могут гулять хоть целый день. Они такие активные и крепкие, поэтому все зависит от хозяина. Может он гулять долго, будем гулять долго. И тем более даже зимой. Мы не боимся холода. Мы крепкие, здоровые, веселые. Можем прогулки лесные в парке сопровождать замечательно. Никаких проблем. Средняя продолжительность жизни русской цветной баллонки составляет от 11 до 13 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!